Господин, как вы? Мы не должны сдаваться полиции. Скоро вам станет лучше. Мы найдем Эрсоя Улубея. К тому же, после того, как мы его убьем, все равно попадем в тюрьму. Не болтай попусту, Хисню. Придет шеф, посмотрим, что он скажет. Никто не должен знать, что это человек здесь, Тунжай. Под каким именем его зарегистрировать, господин? Не регистрируй, Тунжай. Такого человека нет. Понятно? Понятно, господин. Но... Брат, нас вызывают по рации. Нам сейчас же нужно вернуться. Господин, я должен вам кое-что рассказать. О чем? Брат, вы должны поехать с нами, иначе нас уволят. Это связано с Эрсоем Улубеем. Брат Полат, сейчас, минутку. Господин, к сожалению, Эрсой Улубей смог пробраться в палату вашего отца. Твой сын сказал, что поцелует руку только своего отца. Даже родные дети не почитают своих родителей так, как он. Как ты воспитал чужого ребенка, что он целует руку только тебе?
Когда твой сын явится сюда, ему будет интересно, почему я тебя не убил. Ты ведь ему не родной отец. Зачем мне тебя убивать? Когда твой сын явится сюда, ему будет интересно, почему я тебя не убил. Ты ведь ему не родной отец. Зачем мне тебя убивать? Когда твой сын явится сюда, ему будет интересно, почему я тебя не убил. Господин, я не знаю, как он пробрался в больницу, как прошел мимо полицейских. Не знаю, как мы могли так оплошать. Но я готов понести заслуженное наказание. Где он только не умудрился побывать, Тунжай. Не ты один виноват. Когда твой сын явится сюда, ему будет интересно, почему я тебя не убил. Ты ведь ему не родной отец. Зачем мне тебя убивать? Шеф, если полицейских за это уволят, пусть. Мы возьмем их к себе. Ребята храбрые. Не сдавайся. Вместе мы найдем этого подонка. А что будет с Лейлой? Нам всегда будет требоваться адвокат, мама. Если не получится, будет работать с нами. Я сдамся, Мимати. Даже если меня посадят, ты будешь на свободе. Тебе решать. И не забывай про того парня, которого мы привезли. Если ему станет лучше, зайди к нему. Узнаем, на кого он работает. Судя по тому, что Ирсой в него стрелял, у них какие-то проблемы. Я хочу, чтобы ты дал мне слово, сынок. Этот человек не пощадил ни Мамоши, ни Гюлендам. Он убил столько невинных людей. Даже пробрался к твоему отцу. Если бы захотел, то убил бы его. Этот человек не в себе. Он взбешен. Оставьте его в покое. Иначе он никогда от нас не отстанет. Кто на очереди, Мимати? Ты? Палат? Или Лейла? Кто? Теперь его очередь, мама Назифе. Теперь очередь этого негодяя. Что бы ни говорил, что бы ни делал, Мимати прав. Он сильно страдает. Он ослеп от горя. Сынок, ты меня понимаешь? Этот человек — настоящая беда. Эта беда коснется всех. Пострадают другие люди. Оставь его в покое. Аллах сам его накажет. Мама, ты лучше займись отцом. Ты меня понимаешь, сынок? Понимаю, мама, но избегая бешеного пса, других не спасти. Не надо убегать. Но и сам не напрашивайся. Я пойду в участок, а потом, может, и в тюрьму. Ты молись, мама. Пусть отец встанет на ноги, а потом все само собой наладится. Садись. Почему ты не снимаешь одежду? Я замерзну. Ты в тюрьме собираешься сидеть в пальто? В тюрьме?
Ну, может, сначала хотя бы суд пройдет, госпожа прокурор? Почему сразу в тюрьму? А может, лучше отпустишь меня? Ты разозлилась на Полата или на этого Ирсоя? Чего только нет в твоем досье, шериф Зазауглу. А почему ты меня допрашиваешь? Я не хочу. Пусть меня кто-нибудь другой допросит. Что за чушь? Понимаешь, мы ведь знакомы, поэтому это неправильно. Нехорошо. Или я опять несу чушь? О чем ты говоришь? Пойми же, ты нам почти как сестра. Но ты ведь все равно женщина. А когда сестра спрашивает, куда ты идешь, что говоришь, я начинаю злиться. Я злюсь. Даже если мама спросит, это меня злит. Вообще, я не люблю отчитываться перед женщинами. Если позволишь, я пойду. Пойду к прокурору-мужчине. Я готов смириться с любыми трудностями. Сядь. Садись. Послушай, если ты не оставишь мне другого выхода, я ничего не скажу. Я просто пойду и выпрыгну из окна. Конечно, вы привыкли иметь дело с мужчинами. Разок можно потерпеть и женщину. Говоришь о сострадании, говоришь о жалости, говоришь о прощении. Лейла, госпожа прокурор, ты не переживай. Как бы там ни было, ты знаешь юриспруденцию лучше нас. Заполни бумаги, а я все подпишу. 5 лет, 10, 30 или пожизненное заключение, без разницы. Госпожа, коллеги сообщили, лечение Полата Алемдара закончилось. Он направляется сюда. О, Аллах, а зачем они сюда едут? Скажи мне, они покончили с тем делом и едут сюда поэтому? Или же они не справились и поэтому едут? Хотя, если бы они не справились, они бы не приехали. Верно, госпожа прокурор? Что ты говоришь, Заза? Да, не стоит говорить открыто. Ну, они Эрсоя. Кто та девушка, на которой собрался жениться Кинан? Не знаю, брат. Ильхан. Брат, пусть лучше Кинан Бей сам вам расскажет. Если я спрашиваю, отвечай, Ильхан. Вы ведь помните Сулеймана Чакыра? Ну и? Она его дочь. В Швейцарии он нашел внучку Лазази. Молодец, Кинан. Я думал, он никогда не станет человеком, а он уже оказывает мне сопротивление. Надзиратель, может, хотя бы посадишь нас вместе с ними? Мы поболтаем. Как известно, раз ушел, то уже не возвращается. Брат Яшар, тут многолюдно. Тебе будет тесно. Дядя Зульфикар, возможно, кого-то из нас посадят в тюрьму.
Сможем ли мы еще раз увидеться? Или нет, неизвестно. Ничего, что тесно. Если ты сюда придешь, возможно, кто-то даже не сможет отправиться в тюрьму. Лучше сиди там, где сидишь, брат Ешер. Я не могу понять по голосу. Парень, ты кто такой? Ты тот, кого ударила госпожа прокурор? Это я. Тебе показать, как она меня ударила? Брат Ешар, не переворачивай все вверх дном. Оставь, посидим в спокойствии. В спокойствии? Сколько вас человек в одной камере? А говорит только один из вас. Стыдно ведь. Это с вашим-то тюремным прошлым. Ты вообще не был в заключении. Тебе откуда знать, брат Ешар? В нашем роду никто не выдаст за тебя свою дочь, если ты не сидел. Поэтому твой племянник не женат. У тебя ведь есть дочь. Отмотаю срок и женюсь на ней. Дядя Зульфикар, будь благовоспитанным, Озжан. Ты что, женишься на дочери подонка? Палаты везут сюда. Джефф Хербей, госпожа прокурор вызывает вас. Дядя, скажи, что мне говорить. Следи за языком, Джефф Хер. Не говори все подряд при госпоже прокуроре. Следи за словами. Ясно. Так и сделаю. Дядя, они все сделали? Не знаю. Госпожа прокурор не дала никаких сведений. Я спросил, справились ли они. Но она не поняла намека. По-моему, шеф не смог. Почему? Если с Искандером мы возились 2 года, значит, у этого еще есть год. Если ты хороший человек, Джахид, значит, завтра же умрешь. А если ты плохой, проживешь долго. Это закон природы. Дядя, как только дядя Джевхер выйдет на свободу, он отправится на отдых с невесткой Кадер. Да что ты? Куда же они едут? Я толком не помню, но точно на какой-то остров. Ну вот, заинтригуешь сначала человека, а потом оставляешь в неведении. Не люблю я такое. Не будет мне покоя, пока Джевхер не придет. Друзья, среди вас есть кто-нибудь грамотный, кто хорошо знает острова? Может, Канарские острова, дядя? Да, Канарские острова. Сразу вспомнил. Если бы тебе не дали подсказку, сынок, сомневаюсь, чтобы ты сам вспомнил. Брат, отведи меня к прокурору. Мне надо... кое-что сказать, я забыл. Если что-то забыл, вспомнишь в суде. Яшар, в тюрьме мы все герои, а на суде мы трусы. Ты это хочешь сказать, да? Что? Чесню. Слушаю, господин. Из-за Гюлендам я расстроился так же, как и из-за Мамоша. Я знаю, господин. Я потерял
и сына, и сестру. Ты сильно тоскуешь? Мы встречаемся, господин. Ты видишь ее во сне? Я не сплю, господин. Кюсню, ответь на звонок. Как бы наши ни звонили из управления нацбезопасности. Алло. Слушаю, это Хюсню Ялын Кылыч. Кому вы звоните? А как вас представить? Секунду, госпожа. Звонит госпожа по имени Насрин Чакыр, господин. Хочет выразить соболезнования. Как ты, невестка? Хорошо, Мимати. А ты как? Стараемся держаться. Как дети? Они в порядке. Сколько дней пыталась дозвониться, но безуспешно. Я слышала, мне очень жаль. Крепись. Большое спасибо. Чей это номер, невестка? Он турецкий. Дети купили. А я думал, вы приехали сюда. Если вы планируете это сделать, лучше не надо. Здесь все запутано. Где ты, Мимати? В больнице. Я звонила Пулату, его телефон отключен. Значит, он занят, иначе бы не отключал. Если есть проблемы, я решу, невестка. Нет, спасибо. Береги себя. Спасибо, невестка. Ты тоже. Ты звонила брату Мимати? Они придут? Я не смогла сказать, что мы здесь. Почему? Он сказал не приезжать. Здесь все запутано. Перестань. Когда здесь было все тихо. Где он? Мы поедем с Пусатом, устроим сюрприз. Он в больнице. Тем лучше. Он меня не узнает. Где вы были? В больнице. Лейла, мы можем поговорить? Генеральный прокурор тебя ждет. Сначала поговори с ним, а потом и мы поговорим. Пойдем. Давай. Спасибо, ребята. Не за что. Вы меня звали? Я дал вам один шанс. А вы в ответ показываете свою неучтивость. Я не просил давать мне шанс. К тому же, даже если вы и дали возможность, то Ирсою, а не мне. Палат Алимдар, ты еще за это горько заплатишь. До сих пор я всегда платил по счетам. Но ваш друг Ирсой ушел безнаказанным. И это не сойдет ему с рук. В один прекрасный день я непременно заставлю его поплатиться. Заставишь, заставишь. Только после того, как выйдешь из тюрьмы. Я сама отведу его.
В нашей больнице есть один пациент. Булат, хватит заниматься тайными делами. Не перебивай. Ребята, которые меня привезли, знают подробности. Эрсой в него стрелял, но он жив. Постарайся установить его личность. Помимо него есть еще два трупа. Эрсой убил? Да. Хорошо, я посмотрю. Пусть переведут его в государственную больницу. Я сделаю все необходимое. Осторожно, Лейла, осторожно. Пусть будет под нашим наблюдением. По крайней мере, в больнице есть Мимати. Ты специально устроил скандал, чтобы выбраться отсюда, верно? Да, чтобы поймать Эрсоя. Зря я повела тебя к нему. Ничего страшного, ничего не будет. Госпожа прокурор, вас вызывает генеральный прокурор. Есть хорошие новости, Джан Булат? Нет. Я же говорил. Эрсой устроил побоище. Хотите, чтобы он и в суде это сделал, пока мы там? Изет, слава Аллаху, ты рядом с нами. Иначе мы бы не справились с Эрсоем. Допрос окончен? Окончен, господин. Как обстоят дела? Мы отправим их в дежурный суд, чтобы их арестовали, господин. Я тоже направила их в суд. Выдайте ордер на арест Эрсоя Улубея. Не должно быть никаких поблажек по отношению к его людям. Где мой человек, которого я к тебе отправил? Я его застрелил. Я и тебя убью. Эрсой, в 50 метрах от тебя стоит человек. Слева человек, который продает Симит. Сзади еще один человек в черной шапке. Кому из них сказать, чтобы тебя застрелили? Молодец. Я учил вас одну пулю в один затылок. Но вы, я вижу, в этом деле преуспели. Стали стрелять с разных сторон. Где ты этому научился? В тюрьме? Ты не говорил нам, что мы будем сидеть 10 лет. Еще я не говорил, что вы будете жить 10 лет. Но вы ведь живы? Ты не сдержал своих обещаний. Подумаешь, не сдержал. Зачем тебе деньги? Религия и деньги всегда были несовместимы. Они нужны не мне, а моим братьям. Организация раздает деньги мешками. Я тоже хочу рвать свой кусок. Поэтому без моего ведома, без моего на то разрешения, вы начали заниматься наркотиками. Это только начало. Где деньги, там и мы.
Кто позволил тебе продавать наркотики? Я не продаю. Я превращаю харам в халал. Послушай меня внимательно. Даю тебе отсрочку. Или вы начнете выполнять мои приказы, как раньше, или на этот раз я тюрьмой не ограничусь. Просто сразу прикончу вас всех. Это не ты посадил нас в тюрьму. И не ты нас освободил. Если хочешь что-то сделать, пожалуйста. Совершишь ошибку — умрешь. Кто же вас освободил? Тебе-то что? Вас выпустили, чтобы вы уничтожили организацию? Будь немного разумней. Они договорились. В Америке. На этот раз они не будут трогать ни организацию, ни других. Посмотрим. Лейла, я буду их адвокатом. Ты им сказала? Сказала, не волнуйся. Как они восприняли женщину-адвоката? Они же приняли женщину-прокурора. Лейла, я еще не изучила их дело. Ты ведь дашь мне сведения из их досье? Разве так можно? Ничего подобного. Давай, процесс уже начинается. Подсудимые Яшар Катарджи, Иззет Аккава, Ильхан Илмаз и Куршат Азерин. Изучив данное дело и приняв во внимание все имеющиеся улики, суд постановил признать их невиновными согласно статье номер 100 Уголовно-процессуального кодекса и освободить их из-под стражи. Подсудимые Полат Алимдар, Абдульхей Чобан, Эрхан Уфук, Шереф Зазаглу, Живхер Зазаглу, Имдад Зазаглу, Зульфикар Илдыс, Озжан Илдыс, Зейнель Госджу, Джахид Кайоглу. Изучив данное дело и приняв во внимание все имеющиеся улики, суд постановил признать их виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 100 и 101 Уголовно-процессуального кодекса, и назначить им наказание в виде лишения свободы.
Вас вызывает госпожа прокурор. Я разузнала про твоего человека. Он член террористической организации. Человек Лале Зары? Нет, Хизбалла. Семья? Нашла адрес его брата. Я его вызову. Хорошо. Дай адрес больницы. Скажи, что может навестить брата, когда пожелает. Зачем? Сделай то, что я говорю. Как прикажешь. Лучше займись своими делами. Неизвестно, когда ты выйдешь из тюрьмы. Точнее, неизвестно, выйдешь ли вообще. Займись этим делом. Пусть каждый делает, что умеет. Не расстраивайся. Мне не впервой. Ничего, я не расстраиваюсь. Малышка, доверяю родителей тебе. И еще, скажи тем полицейским, чтобы оставили Мимати в покое. Только не надо в тюрьме опять ввязываться в проблемы. Выходи поскорее. Thank you.
Джахид, дай мне что-нибудь накинуть. Брат, надо было постелить постель. Мы долго здесь проводим, еще успеем, Архан. Джибхир. Слушаю. Посмотри на шефа. Он отсыпается за последние несколько лет. А у меня, как назло, бессонница. Ну как можно заснуть в этих четырех стенах? Почему же? С Кадер ты тоже в четырех стенах, но спишь как младенец. Там тоже не сплю. Обязательно должна быть открыта либо дверь, либо окно, иначе я не могу заснуть. Ты думаешь, мне хватит двух одеял? Иди и принеси еще два. Будто наступила самая суровая зима за 50 лет. Озжан. На свободе время бежит быстро, а здесь оно словно остановилось. Остаешься совсем один одинешенек. У тебя ведь есть внутренний голос? Так вот, он требует объяснений. Это похоже на то, как судья тебя допрашивает, или на то, как допрашивает прокурор. Начинаешь чувствовать себя ничтожеством. Вся эта гордыня, вся эта сила, вся власть уходит. Становишься величиной с булавочную иголку. Вот тогда узнаешь свою истинную сущность. Нелегко приходится таким людям. Нелегко. Этот мир, эта тюрьма и даже смерть причиняет им страдания. Это тяжелое испытание. Вы совсем не изменились, госпожа. А госпожа Сильви так повзрослела, даже трудно поверить. Ей-богу, вы тоже совсем не изменились, Тунджайбей. Вы все такой же требовательный? Нам сейчас не до этого, госпожа. Из-за одного негодяя мы тонем в грязи. Сейчас я мечтаю отправиться в баню и смыть это с себя. Еще хочу увидеть, как этот подонок умрет. Кто же этот негодяй, Тунджайбей? Мамочка, давай подшутим над братом Мимати. Какие еще шутки, Сильви, не болтай глупости. Разве кто-нибудь, кроме нас, может подшутить над братом Мимати? Нет, ты тоже не шути. Мама, разве я когда-нибудь ослушалась тебя? Госпожа доктор, я могу одолжить ненадолго ваш халат? Мимати Бею это послужит уроком, честное слово. Пожалуйста, прошу. С
Кто ты? Я ваша поклонница. Ну кто же еще? Я ваш доктор. Раздейтесь, пожалуйста. Не говори глупости, дочка. Выйди отсюда. Здесь нет твоей дочери, я врач. Отнесись ко мне с уважением. Откуда ты взялась? Вон отсюда. А если не уйду? Олах. Я не посмотрю на то, что ты женщина. Я переломаю тебе кости. Выйди из моей палаты. Брат Мимати, как тебе не стыдно? Какой я тебе брат? Какой еще брат? Кто тебя принял в эту больницу? Тунджайбей. Оно и видно. Если сделать дурака директором больницы, она превратится в сумасшедший дом. Господин, снимите одежду. Я должна вас послушать. Милая моя, сначала ты меня послушай. Если не будешь слушать, я тебе переломаю кости. А может, я питаю к вам глубокие чувства? Я задушу тебя собственными руками. Убирайся, выйди из палаты. Я столько лет ждала с вами встречи. Я с 5 лет была вашей поклонницей. А вы как себя ведете? С какой стати в мою палату впускают всех подряд? Я не понимаю, о Аллах! Невестка! Я не смогла отговорить эту проказницу Мимати. Сильви? Растяпа Чакыр, разве я тебе не говорил, как только ты приедешь в Стамбул, я тебя застрелю? Кого ты хочешь застрелить? А где Кинан? Он говорил, что тоже приедет. Зять дома. Как ты убедил свою свекровь? Как не стыдно. Не убедил, она как на иголках, но она всегда меня слушает. Да что ты, точно тебе говорю? Ну что ж, раз она всегда тебя слушает, зачем мне участвовать в этом спектакле? Тогда давай расскажем, что твой отец занимается порошком. Для стирки тоже используют порошок. Если мама узнает, что я здесь, она разозлится. Конечно, неправильно, что ты встречаешься с посредниками. Как ей объяснить, что мы названные братья? Думаешь, если ты не сможешь, мы сможем это объяснить? Услышав про организацию, и они, и наши испугаются. За моей организацией хотя бы не стоит государство. Про ваши я лучше промолчу. Так, друзья, мы собрались, чтобы обсудить работу. А теперь, чем занимаемся? Я хочу, чтобы, когда мы пошли на встречу с семьей ее жениха, рядом была и моя семья. Невестка, ты не видела полицейских у моих дверей? А когда они уйдут, брат Мимати? Они и не собираются уходить. Когда выздоровлю, либо буду в тюрьме, либо в бегах. Тогда не жди выздоровления. Сбеги отсюда и приходи к нам. Дочка, не вмешивайся, тебе не понять. Мне этого не понять? Все мое детство прошло с ними. Мы перенесем встречу на потом. Нельзя, мама. О, Аллах, будто твоего парня уведут. Не бойся, не бойся. Нашего зятя никто не уведет. Кто они? Откуда? Обычная простая семья, брат Мимати. Другого выхода нет. В другой раз. Мама, мы же дали им слово. А брат Мимати познакомится с ними попозже. Никто ведь никуда не убежит. Все же нам лучше сразу познакомиться, Сильви. Пусть все знают, кто вы. Мне что, сюда их пригласить, брат Мимати? Ладно, перестань, найдем выход. Не переживай. А где Пусат? Мы не сказали ему, что собираемся к тебе, иначе он бы тоже пришел.
Он встречается со своими друзьями из Швейцарии. Он закончил учебу? Осталось пару предметов. Будто мало было горя, что мы перенесли. Аллах и тебе дал испытать такое горе. Такой уж это путь, невестка. Мой мамош рос таким хорошим. Что случилось? На дороге был гололед. Шофер не справился с управлением. Скорейшего выздоровления, Унсал. Впредь будь осторожен. Ты нам еще нужен. О чем ты хотел так срочно со мной поговорить, даже будучи в таком состоянии? Полат Алимдар теперь стал легендой. Но правда, он еще жив. Будет гнить в тюрьме. По-твоему, сколько лет ему дадут, Унсал? Если захотим, он никогда оттуда не выйдет. Ты этому рад, не правда ли? Разве мы этого не хотели, господин? Разве может представиться еще один случай, чтобы расправиться с Полатом Алимдаром и его друзьями? Разве ты не хочешь стать героем? Не хочешь, чтобы твое имя осталось в истории? Конечно, хочу. Если бы я был на твоем месте, я бы обеспечил свободу Полату Алимдару и его друзьям. Ты сможешь это сделать? Смогу. Тогда не теряй больше времени, разговаривая здесь со мной. Чего вы хотите от Эрсоя, господин? А кто такой Эрсой, чтобы я от него чего-то хотел? Я не об этом, господин. Судя по тому, что вы хотите натравить на него Полата Алимдара, Эрсой делает что-то, что вам не нравится. Или же делал в прошлом. Когда наступит время, я тебе об этом расскажу. Дело в наркотиках? Эрсой занимается наркотиками? Не на внутреннем рынке. Эрсой привозит товар из Афганистана? Унсал, я хочу, чтобы ты занимался делами только на территории этой страны. Не переходи границ, ладно? Госпожа прокурор, человек пришел. Пусть заходит. Абдурахман приходится тебе братом? Мой брат умер 10 лет назад.
Садись. Мы оба прекрасно знаем, что он жив. Для меня он умер. 10 лет я его не видел, не слышал и даже не вспоминал о нем. Как он вошел в организацию? Я ничего не знаю. Кто завербовал его в организацию? Кем бы он ни был, пусть Аллах его накажет. Госпожа прокурор, почему ты меня об этом спрашиваешь? Что-то случилось? Твой брат ранен. В тяжелом состоянии. Если хочешь навестить, вот адрес больницы. Как я уже сказал, мой брат умер 10 лет назад. Господин, благая весть. Ваш арест отменяется. Как это произошло? Государство взяло нас под свою защиту. Сказали, что мы работаем на них, поэтому неприкосновенны. Не говори глупостей. Куда вы, господин? Собираетесь убить негодяя Ирсоя? Еще успеем. Скорейшего выздоровления. Этот негодяй Расуил Убей стрелял в тебя. Помоги нам, вместе найдем этого подонка. Спасибо. Спасибо. Приятного аппетита. Готовьтесь на выход. Вас освобождают. Как освобождают? Не считая тебя. Освобождают всех, кроме Абдульхея Чубана. Не взлюбила тебя, госпожа прокурор Абдульхей. Предупреждаю. Иди, разбуди брата. Брат. Уже вечер? Что случилось? Нас освобождают, брат. Зейнель! Зейнель! Дядя! 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 Благая весть, дядя! Нас освобождают! Зачем ты меня ударил, дядя? Как мне узнать, это сон или это явь? Сколько лет я проспал, что нас освобождают? Ты проспал почти 50 лет, Заза. О, Аллах! О, Аллах! Аллах, Аллах! Ты совсем не изменился за 50 лет? Или ты красишь волосы, дядя Зульфикар? Зачем мне это делать? Ну же, Абдульхей, я остаюсь, брат. Наверное, произошла ошибка. Почему тебя не выпускают? Брат, ничего страшного. По крайней мере, тебя выпустили.
Ладно, поговорим с адвокатом, посмотрим, что он скажет. Книги оставляю тебе. Присаживайтесь. Что такое, госпожа адвокат? Кто нас освободил? Суд. Утром судья отправил нас в тюрьму. Как же нас освободили после обеда? Что изменилось за это время? Служба общественной безопасности отправила справки. Какие справки? Справки о том, что вы состоите на службе. Он ссал Кемаль, ни за что не выдал бы такую справку. Они отправили официальную справку. Ладно, Абдулхей? Его задержали за другое правонарушение. Какое правонарушение? Оружие на кладбище было без разрешения. Его задержали по этой причине. Взгляните на дело Абдулхея еще раз. Наверняка его тоже можно как-то вызволить. К тому же... Унсал Кемаль Бей сказал, что вы можете пользоваться своим старым офисом. Вы подавали в суд? Он сказал, незачем ждать решения. Этот человек в своем уме? Как дела, Ишин? Их освободили? Абдулхей Чубан все еще под арестом. Как это? Его имя тоже было указано в списке? Его задержали из-за той облавы на кладбище. Почему? Он повез Сулы-Машуны оружие без разрешения. К тому же все в показаниях указали, что если бы не Абдулхей, они бы умерли. Значит, ты не смогла вызволить Абдулхея. Лейла, что я могу поделать? Поговори со своими друзьями, судьями и прокурорами. Пусть выпустят. Я не собираюсь никого ни о чем просить. Знаю, знаю. Я потеряла много дел из-за того, что ты моя подруга. Не надо мне все объяснять. Если бы ты тратила на изучение дела столько же времени, сколько на макияж, была бы лучшим адвокатом. Милая, как ты думаешь, люди изучают дела или смотрят на меня? Стоит мне скривить губы, и все. Я уже сыта по горло этими вашими женскими штучками.
Задокументируй все оружие. Возьми у Унсала необходимые бумаги и вытащи Абдульхея. Да ладно, пусть посидит денек. Погрустит в одиночестве. Вытащи его оттуда. Мне и без того стыдно. Ударила его без причины. Всего пару дней ходила с Пулатом Алимдаром, стреляла из пистолета, ударила его помощника. Что бы случилось через неделю? Пусть такое не повторится. Спасибо, Тунжай. Хорошая новость, господин. Вашему отцу лучше. Слава Аллаху. Заходи, сынок. Смотри, твоему отцу уже лучше. Я знал, отец. Я знал, что ты нас не оставишь. Слава Аллаху. Вас тоже выпустили. Пусть все наладится. Ну сколько можно? Хватит уже. Хватит. Хватит. Тебя тоже освобождают. Шеф, от него никакой пользы. Он не предаст организацию. Конечно, не предаст. Зачем ему это делать? Если организация отомстит за него и убьет Ирсоя, не предаст. А если организация от него откажется, он нам поможет. Шеф, как организация может узнать, что он здесь? Думаешь, организация не знает, где находятся ее люди? Брат, двое подозрительных типов зашли в больницу. Не попадайтесь им на пути. Они придут сюда. Побудь в палате напротив, Джахид. Хорошо, брат. Молчал, молчал. А потом начнешь болтать, когда не надо.
Ты его знаешь? Смотри, он пришел не для того, чтобы забрать тебя отсюда, а чтобы убить. Теперь ты нам поможешь? Или пусть твои друзья убьют тебя? Тунджай, как ты? Хорошо, спасибо. Вы как поживаете? Раз дочка в порядке, я тоже. Она в порядке. Сегодня ее выпишем. Полежала бы еще немного. Где ей может быть лучше, чем здесь? В этой больнице ты побил всех врачей, сиделок, весь персонал. Мы выписываем ее, потому что нет иного выхода. Ты остался, Тунджай. Тебя я не бил. Если хочешь, ударю. Не говори глупости. Там Давуд Бей пришел ее навестить. Иди, повидайся с ним. Что? Давуд рядом с Перихан? Они уже полчаса вместе. Возьми цветы. Что ты делаешь? Лучше оставь. Их упакуют и отправят тебе. Я еще в состоянии за собой убрать. Теперь в этом нет необходимости. Когда вы перестанете относиться ко мне, как к инвалиду? Я хотел сказать совсем не это. Дорогая Перри, я не хотел говорить об этом здесь. Но я хочу, чтобы ты была со мной до конца моих дней. Вы никогда не сможете уговорить моего отца. Ты меня не понимаешь? Или притворяешься? Давуд Татароглу, ты труп. Папа! Ибрахим, я хочу жениться на твоей дочери. Папа! Кто ты такой, чтобы хотеть мою дочь? Папа, он не сказал, что хочет меня, он сказал, что хочет жениться. Что ты сказал? Я хочу жениться на Перри. Если она согласна, я хочу провести с ней остаток своей жизни. Хочу, чтобы после смерти все мое имущество перешло к ней. Конечно, если ты согласна. Где ты был? Встречался с друзьями. Что за друзья? Какая разница, мама? Я же говорила, чтобы ты никуда не ходил. Говорила, что это опасно. Ты что, зря держишь столько вооруженных людей? Кто может нам что-то сделать? Не только у нашей организации есть оружие. Ты что, газет не читаешь? Перестань, мама. Мы что, должны бояться этих бородатых? Сынок, ты ничего не знаешь. Если я говорю, что ты должен кого-то бояться, ты должен бояться. Они наши враги. Зачем, по-твоему, они дали о себе знать? Яшар Бей, мы будем счастливы, если ваш сын будет с нами сотрудничать. Может, сначала пройду стажировку? Я месяц поработаю. Если от меня будет мало толку, я уйду. Никаких стажировок. Пока как следует не научишься, будешь работать здесь. Если поработаешь здесь месяц, никогда не уйдешь. Тем более, если ты любишь азартные игры. Нет, я не люблю азартные игры. Мы всей семьей их не любим. Мы не любим проигравших. Пришел шериф за углу. Кто? Шериф за углу? Да. Пусть подождет. Скажи, что у меня гости. Не заставляй его ждать. Заза перевернет здесь все вверх дном. Пригласи его. Ну, нам пора. Кинан завтра придет. Хорошо. Спасибо. Здравствуй. Ну что, брат Яшар, денек посидел, и твоя доля упала?
Разве я стану вкладывать деньги в биржу, Заза? Или ты вкладываешь? Ей-богу, я вкладываю деньги во все подряд. Лишь бы не лежали попусту. Главное — прибыль. Как бы не сглазить, как бы не сглазить. Этот парень твой сын? Мой сын Кенан. Имя я знаю. Было написано на тех купюрах. А как поживает Иврен? Она в порядке? В порядке. Заза, ты бы в жизни не стал ввязываться в такие дела. Что за дела у тебя с биржевым дельцом? Брат, как раз-таки это дело по мне. Вот раньше приходилось нападать на фабрики, забирать все, все, что там есть. А потом стали заниматься взиманием денег. И в итоге был один труп и пятеро раненых. Сейчас же идешь, пьешь чай или кофе, спрашиваешь, как дела, радуешься, если хорошо, и радуешься, если плохо. А чему радоваться, если дела идут плохо? Можно заняться спекуляцией. Не так ли, дружище? Купить задешево и продать подороже. Барыш, господин. Дружище, как хочешь, так и буду называть. Видимо, ты придирчивый малый. Ну ладно, нам пора. Удачи вам. Вам тоже. Прошу. Проходите. Добро пожаловать. Мы снова принесли деньги. Куда нам их вкладывать? Есть один хороший вариант. Есть фабрика с блестящим будущим. Но хозяева договорились с профсоюзом. Они не будут участвовать в забастовке. Если бы участвовали, их акции упали бы в цене. А после забастовки цены бы подскочили. Прибыль была бы в 3 раза больше. Значит, тогда надо... Говоришь, надо это сделать. Кого надо убить? Нет, не надо никого убивать. Дядя, надо устроить забастовку. Да. Что это значит, сынок? Бойкот, дядя. Мы пойдем на фабрику и скажем. Вы работаете, а вас угнетают. Ну, вроде того. Слушай, если надо так стараться и сплотить народ, а заработаем мы всего 3 к 1, 1% от этой прибыли хватит на то, чтобы целый год платить зарплату рабочим. Нет, я хочу, чтобы прибыль была в 10 раз больше. Ну, тогда купим футболиста и через посредника будем увеличивать стоимость. Нет, не говори мне про футболиста, не надо. 1 к 3 пойдет. Можно даже 1 к 1. Я все. Еще есть работа? Есть немного. Можно было бы пойти и поесть где-нибудь. Ты как хочешь, милая, а я сегодня дежурная. Лейла, я могу задать тебе вопрос? Конечно, спрашивай. Между вами с Пулатом что-то есть? Что за глупости, Ишим? Есть или нет? Конечно, нет. Он мой друг. Он мне очень понравился. Элив была и твоей подругой. Она не была мне подругой. Мы просто были знакомы. Ладно, вы были знакомы. Тебе должно быть стыдно. Элив умерла, Лейла. Раз я сказала нет, так нет, Ишим. Подумай еще разок.
Что я могу поделать? Он мне понравился. Ладно, я передам. Спасибо. А я говорил, что когда вернемся сюда, я убью Унсала. И что? Раз он помог разок, нам что, его теперь пожалеть? Эрсой убежал. Унсал нас отпустил. Что происходит, шеф? Значит, между ними есть проблема. Они что-то не могут поделить. Ладно, шеф. Пойдем к Унсалу. Пусть скажет нам, где прячется этот Урсой. Скажем, в это дело не вмешиваться, и что мы сами его убьем. Если бы он знал, где Ирсой, будь уверен, он бы сам нам сказал. Ты на него посмотри. Мы и без того убьем Ирсоя. А ему это на руку. Брат, ладно, мы пойдем к ним. Но они тоже не знают, где Ирсой. Пусть не знают, Абдулхей. Их проблема — это деньги. Мы позарились на деньги Ирсоя, и он появился. Мы еще раз это сделаем. И он снова объявится, где бы он ни был. Брат, пришла сестра Наслин. Я знаю, Ирхан. Мемати мне сказал. Нет, брат, она пришла сюда. Зачем ты позвал ее сюда, Мемати? Шеф, у Сильви есть жених. Сегодня они знакомятся с его семьей. Я не хочу идти, хотел побыть с вами. Но не идти тоже нельзя. Что делать? Как дела, Насрин? Ты в порядке? В порядке. Ты как? Как видишь. Невестка, добро пожаловать. Сестра, добро пожаловать. Спасибо, Абдулхей. Это Джахид, наш новенький. Здравствуй. Добро пожаловать. Я так рад тебя видеть, что даже не могу злиться из-за того, что вы приехали не вовремя. Хюсню, принеси нам чаю. Хорошо, господин. Я бы не приехала, если бы был другой выход, Пулат. Ты знаешь, я не действую за твоей спиной. Но эта девчонка сведет меня в могилу. Невестка, если зять хороший, ничего. Он образованный? Сколько ему лет? Чем занимается? Сильви умная девушка. Не стала бы знакомиться с семьей плохого парня. Вы знаете Яшара Катерджи? Да. Это его сын. Я столько избегала этих дел, а моя дочь влюбилась в сына наркоторговца. Сильви не знает, чем занимается отец этого парня? Не знает. Даже если узнает, не придаст этому значения. Не знаю. Как не придаст значения? Поплачет пару дней, покричит три дня, а потом совсем забудет. Кто из нас мог забыть Мимати? Ты забыл? Пулат забыл? Я забыла? Разве когда любишь, имеет значение, правильно это или нет? Что будем делать? Я точно знаю, что если скажу «нет», Сильви убежит из дома.
Если Яшар узнает, что твоя дочь влюблена в его сына, он ни за что не откажется от этого дела. А если Пусат поговорит с Сильви? Они это скрывают от меня, но Пусат тоже с ним дружит. Когда они успели так повзрослеть и заняться подобным жульничеством? Я буду в роли хорошего дяди, а Мимати будет плохим. Ты не будешь в это вмешиваться, Насрин. Сильви будет плакаться тебе в жилетку. Не убирай. Придет еще один человек. Брат Мимати сказал, что не сможет прийти. Я говорила, он придет. Кто такой Мимати Бей? Он мне почти как брат. Он был правой рукой моего отца. Верно, верно, я его знаю, знаю. А я только что хотел сказать вам, как это вы не знаете брата Мимати? Он работает с Полатом Алимдаром, не так ли? Да. Сильви заканчивают учебу в этом семестре. Осталось всего пару предметов. Я могу сдать экзамены и здесь. Как это возможно? По интернету, мама. Мама не позволит нам пожениться, пока не получим диплом. Вообще никому. Мне пришлось многое вынести из-за того, что я не имею образования. Поэтому образование моих детей для меня на первом месте. Иначе зачем бы она отправила Эврен в Лондон, а Кенана в Цюрих? Брат! Пусат! Надо же, как ты вырос. Даже не верится. Здравствуйте. Как поживаете, Яшарбей? Увидев вас, стало лучше. Моя супруга, дочь и сын. Я знаю, как зовут твоих детей, но не знаю имени невестки. Нилай. Откуда ты знаешь Кенана и Эврен, брат? Все мы в большей или меньшей степени помним, что было 12 сентября, Сильви. Крепитесь. Я слышала по телевизору. Мне очень жаль. Спасибо. Известно, чьих это рук дело? Вы заказали еду? Джемиль, подойди сюда. Принеси мне, как обычно. Тебя зовут Ильхан?
А ты кто такой? Эрсуэл Убей прислал одну вещь твоему боссу. Он сейчас занят. Дай мне, я ему передам. Это очень важно. Я должен передать лично в руки. Чем ты занимаешься? Я работаю на бирже. Отлично. Значит, ты не работаешь с отцом? Нет. Отец не хочет, чтобы я с ним работал. А что такое, Ишарбей? Я слышал, что дела идут хорошо. Почему ты не хочешь, чтобы сын работал с тобой? Семья — это одно, а бизнес — другое. Почему же? У тебя ведь семейный бизнес. Чтобы заниматься нашими делами, не надо учиться, Мимати. Он что, зря столько лет проучился? Брат, Эрсуэл Убей прислал своего человека. Хочет с тобой встретиться. Пусть уходит, Ильхан. Разве сейчас время? Брат, он говорит это срочно. С вашего позволения, я скоро приду. Если есть проблемы, я помогу, брат Ишар. На фабрике возникли проблемы. Мне надо позвонить кое-кому по этому делу. Не утруждайся, Мимати. Что с твоей учебой? Ты же предлагаешь Кенану работать с отцом. Зачем мне учеба, брат? Ведь я могу работать с тобой. Разве наши дела схожи с делами Ишарбея, Пусат? Ишарбей производит порошок. Он не занимается такими грязными делами, как мы. Что такое? Что тебе надо? Эрсуэл Убей сказал, пусть брат Ешар посмотрит на качество этого товара. Я что, ему дегустатор? Чтобы пробовать на вкус весь его товар. Эрсуэл Убей сказал, что уже обсуждал это с вами. Ильхан, попробуй. Передай Эрсою, чтобы больше не присылал ко мне своих людей. Скажи спасибо, что здесь моя семья. Иначе я бы тебя давно застрелил. Это не местный товар. Высшего качества, без примесей, необработанный. Ты слышал? Слышал. Еще раз прошу прощения. Ишарбей, эти двое мои племянники, и их жизни для меня намного дороже, чем моя собственная. Я тоже больше всего хочу в жизни, чтобы мои дети были счастливы. Чем страдать всю жизнь, пусть лучше пострадают сейчас. Впредь они будут более внимательны в поисках счастья. Я не поняла, брат Мимати. Здесь нет ничего непонятного. Я не выдам тебя за наркоторговца. Ты шпион. Твой брат шпион. И ты тоже. Предатель.
Русский язык, фильм озвучен агентством Хабар.